Посмотри, сколько арабских студентов учатся в Хайфском университете. В Иерусалимском это просто Хайфский арабский университет. Им дают все возможности. Ну, а Бершева это вообще? Все возможности. У них есть все права. А что мы получаем в ответ? Поэтому не надо говорить, что будто бы стоит государство такое в глухой несознанке, не хочет им ничего, помогают, дают возможности. Общество они этого не хотят. Они хотят использовать эти блага, которые они получают, и продолжать нас ненавидеть. Общество удобнее видеть, нашему еврейскому обществу, большинству, удобнее видеть в них не сограждан, а пятую колонну. Почему? Так, потому что так, так психологически удобнее. Ничего не удобнее. Марик, удобнее их считать гражданами и жить с ними в мире. Это удобнее.